поздравить тебя с праздником. Такую реакцию на сотрудников ГАИ можно увидеть лишь раз в году и в честь Международного женского дня. Праздничная мартовская акция для дорожных полицейских уже традиция. Происходит все во время планового рейда, а также на постах дорожно-патрульной службы. Сотрудники госавтоинспекции в обычном режиме проверяют соблюдение правил дорожного движения. Но целенаправленно останавливают машину, за рулем которых женщины. Правда, делают это исключительно из добрых побуждений, чтобы подарить цветы и весеннее настроение в преддверии 8 марта. Первая мысль, которая приходит в голову, ну что же я наделала? Наверное, где-то что-то нарушила. Спасибо, очень приятно, неожиданно. Весьма удивительно, я думала, что опять что-то нарушила. Как всегда. Приятно очень, спасибо большое. Да, я на самом деле уже стала рыться в документах, искать все. Вот, очень приятно, спасибо. Это действительно на весь день настроение. Это очень неожиданно. Первый раз у нас такое, да? Никогда меня не останавливают, удивило звучит, меня останавливают. Потому что я здесь езжу каждый день. Спасибо. Конечно, неожиданно. Меня никогда не останавливают, а тут вдруг. Я поздравляю с 8 марта наступающим. Поздравления и комплименты в виде цветов вместо привычного «предъявите документы» некоторых милых дам приводили даже в ступор. Кто-то пугался, кто-то удивлялся, но, судя по улыбкам в ответ полицейским, такой знак внимания сочинским автоледи был крайне приятен. Благодарность они обещали быть внимательными на дорогах и не нарушать ПДД. Хочу поздравить всех наших девушек, женщин, от себя лично, от лица госавтоинспекции с этим праздником. Пожелать всем крепкого здоровья, исполнения желаний, любви, счастья и безопасности на дорогах. К слову, те, кого так боятся на дорогах мужчины, стали полноправными участницами дорожного движения. И с каждым годом женщин-водителей становится все больше. Поэтому в следующем году цветочный патруль заготовит еще больше тюльпанов. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.